Недавно я прочитал удивительные слова. Сказал один из наших праведных предшественников: «Хейнама татараха кабдатуке аля мусхаф, иштадда кабдату дунья хавля унукик». Когда ты ослабеваешь хватку к Корану, мирское увеличивает свою хватку вокруг твоей шеи. «Фаиза саджатта фаатыль». Когда ты совершаешь земной поклон, сделай его чуть дольше. «Фаинналь балаа». Ведь беда не может удержаться на спине совершающего земной поклон человека. Когда ты откладываешь пост за того, чтобы облегчить себе жизнь. Откладываешь дополнительное поклонение, потому что торопишься. Когда ты откладываешь пожертвование из-за того, что сам нуждаешься в деньгах. И откладываешь покаяние, откладываешь благочестие. То о спешке к раю не может быть и речи.